Рабочий день старшего участкового микрорайона Макаренко Ахмата Абитова начинается с записи заданий, которые он получает от своего начальника. Список дел немалый, а главное ответственный, ведь обойти нужно десятки домов, а это тысячи людей. И каждому нужен определенный подход. Мало того, никогда не знаешь наверняка, что может случиться в любую минуту. Вникаешь в судьбу каждого человека, независимо от проблемы. А у каждого человека проблема разная, и каждый хочет, чтобы помогли индивидуально. Недавно была ситуация, обратились жители, позвонили в дежурную часть, что некий гражданин в кинотеатрах в неадекватном состоянии, с предметом, похожим на нож, бегает по дворам. Мы с сотрудниками вместе с участковыми, с сотрудниками уголовного розыска выехали туда, оказали его задержание. Это наш ранее судимый оказался, который состоит в психоневрологическом диспансере на учете. В микрорайоне Макаренко проживают более 55 тысяч человек, и нагрузка на сотрудников службы участковых в местном пункте полиции весьма тяжелая. Ахмат Владимирович отмечает, самое ценное в службе – коллектив, который всегда готов оказать поддержку. Дружеские отношения проявляются не только среди своих сотрудников, но и представителей других правоохранительных органов. Во время службы, находясь на каких-то мероприятиях по охране общественного порядка, мы встречаемся с разными людьми, с разных городов. Даже будут они сотрудниками полиции, будут они гражданскими лицами, и можем даже обменяться чем-то, поинтересоваться, как у них происходит что-то, пригласить работать в город Сочи, потому что таки город Сочи провел Олимпиаду, и это очень приятно здесь работать-то. В службе Ахмат Абитов с 2007 года. За многолетний добросовестный труд он награжден знаками отличия и десятками почетных грамот. Но самое главное – это признание самих жителей микрорайона. Домкомы и представители ТОСов регулярно поддерживают с ним контакт. Нашему дому очень повезло. Его все любят. Он практически знает про каждого жильца нашего дома. Вот, если что-то, кто-то появился новый, он мне обязательно позвонит, я ему обязательно сведения все передаю. Служба участковых уполномоченных – одна из наиболее важных в системе органов внутренних дел. Только в Центральном районе участковыми рассматриваются тысячи сообщений о происшествиях. Кроме того, участковые принимают активное участие в охране правопорядка во время проведения в городе мероприятий различного уровня. Кстати, в эту субботу участковые уполномоченные полиции отметят свой профессиональный праздник. В этом году исполняется 95 лет со дня образования службы. От своего лица, от сотрудников пункта полиции Макаренко, хотел бы поздравить всех сотрудников службы участковых уполномоченных с этой большой датой, пожелать им здоровья, семейного благополучия, карьерного роста и успехов в работе. Основу службы участковых уполномоченных всегда составляют преданные своему делу люди. Другие здесь просто не сработаются. Работа эта интересная и многогранная, и в отделах полиции всегда рады новым сотрудникам. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.